Обратно вернули мяч фланговому защитнику. Еще одна подача. Ошибается Кевин Принц-Буатенг. Удар по своим воротам. Получился и гол. Получите, распишитесь. Александр Майер на 15-й минуте. Стандартах. Но, с другой стороны, его и держит не один человек, как правило. Подача Майер. Ох, какой гол! Алекс Майер. Подача. И счет становится 2-1. Алекс Майер. Ну как же можно так против него играть? Один-ноль в пользу Айнтрахта. Ну, не зря, наверное, рассказывал об Александре. Ну и запишет. Pasen de ahí dos compañeros, dos contrarios. Centro de Seferovic. El arquero contra el remate. ¡Gol! Удар, штанга и все-таки мяч у ворота. Алекс Майер, что и требовалось доказать. Отличный момент, Айгнер, штанга, ворота пусты. Алекс Майер забивает 10-й гол в чемпионате. И 2-2. Не пустил защитника к мячу сейчас Александр Майер. Смотрит на Флориана Майера. Удар поворотом и гол. 1-0. Айнтрахт выходит вперед на 12-й. В район 11-метровой отметки. Атака Айнтрахта продолжается. Пьезон смело идет на Язлевчая. Удар Майера в угол. 2-1. Шикарный гол. Как настойчив был Айнтрахт в этой ситуации. И это... Центр! Hacia atrás, o sea, es un futbolista que sabe que no es el más dotado. Links up for 25 goals between them so far this season, and it was Frankfurt who got off to the more positive start, unbeaten in six at home, and Alexander Meyer heading home to continue to add to his personal best single season tally, his 19th goal of the season, moving him too clear at the top of the goal scoring charts. Only his fourth headed goal of the season.